Ручный лифт от компании Future Automation серии CH. Данный механизм позволяет вам прятать телевизор с диагональю до 85 дюймов в потолке. Видите, что конструкция лифта очень компактная. Установочная высота для самых больших экранов редко превышает 20 сантиметров. И, как правило, такое пространство всегда есть у вас за потолком. Вы никогда не увидите ни сам механизм, ни крепление телевизора. Оно всегда остается скрытым для конечного пользователя, что, конечно, очень приятно. При необходимости вы можете закрепить к верхней крышке, допустим, элемент потолочной панели или деревянную панель, чтобы максимально замаскировать в интерьере этот лифт. Что еще интересного? Англичане также позаботились о том, чтобы инсталляция этого механизма проходила максимально комфортно, потому что зачастую монтаж этого лифта происходит уже в условиях, когда ремонт закончен, потолок закончен, и вы не можете работать в условиях, когда у вас нет потолка и у вас достаточно пространства, чтобы организовать крепление этого массивного механизма. Как это происходит? Крышка декоративная этого механизма легко съемная. Ослабив вот эти винты, вы можете ее отстегнуть от привода и потом снять с крепления, потому что находится на крючках. Сама установочная коробка также легко съемная. Открутив винты слева и справа, вы можете ее опустить и снять вниз. И тем самым вы получаете доступ к нише очень удобный. То есть вы можете изнутри монтироваться влево и вправо, крепиться, даже в условиях, когда ремонт уже закончен. Это важно. Блок управления от этого лифта находится на проводе, и мы рекомендуем его выносить в сторону от места установки, в то место, где вы можете до него добраться. Почему? Потому что, например, если у вас будет какая-то проблема с питанием, будет бросок напряжения или что-то еще случится, и блок управления выйдет из строя, вы не сможете управлять этим механизмом. Если у вас блок управления в доступном месте, поскольку мотор имеет напряжение питания 220 вольт, вы всегда сможете, подавая напряжение непосредственно на обмотке мотора, управлять данным механизмом. Или заменить блок управления на новый. Это важно. Как всегда, все устройства Future Automation могут управляться с помощью инфракрасного пульта или с помощью внешних кнопок, как я это делаю сейчас. На выставке скрыта кнопочка, с помощью которой можно этим управлять. Это могут быть внешние реле, напряжение 12 вольт или интерфейс RS-232, который так любят инсталляторы, за его возможность обеспечивать двухстороннюю связь между управляемым устройством и системой управления. При этом система управления всегда будет знать, где у вас телевизор. Да? Допустим, пользователь уходит из дома, нажал на кнопку, я ушел по этой команде, система управления посылает команды, допустим, на то, чтобы выключился свет, телевизор скрылся в потолке, перекрыл с подачи воды и так далее. И система всегда будет знать, что телевизор находится именно там, где он должен быть. Спасибо за внимание.